Господа, добрый день. Компания «Дом Дорога», Соединенные Штаты Америки приветствует вас. Я хотел бы сегодня сделать видеообзор еще одного прицепа. Это Джейка 33 RBTS. Чем мне понравился этот прицеп? При своем весе 11 тысяч паунтов, 11 950 паунтов в полностью загруженном состоянии. Это вместе с водой, вместе с вашими, это вместе с водой, вместе с вашими вещами, полный загруженный вес 10 950 паунтов. У этого прицепа три слайдера. Три слайдера. То есть этот прицеп может потащить Ford, по-моему, Ford F-150 и F-250 класса тягачей может потащить этот прицеп. Вот давайте его обойдем снаружи. Ну, все американские прицепы, как вы знаете, уже видели с наших предыдущих видеообзоров. Вперед у всех одинаковый, сквозной багажник, электрический power jack, который поднимает и опускает вперед и зад. Электрический, здесь также вот эти лапы электрические, то есть вам не нужно крутить. То есть можно, если нет электричества, все можно сделать и вручную. Но выставляется на ноль нажатием кнопочки. Нажали кнопочку, и прицеп автоматически выставляется на ноль сам. То есть вы просто останавливаетесь, отцепляете свой тягач, нажали кнопочку, и через 5 минут вы можете заходить вовнутрь. То есть занимает 5 минут. Все окна на американских прицепах уже tinted, уже имеют темную пленку protection. G20 UV Protected, такое же напыление, как на солнцезащитных очках высокого качества. У всех у них есть уже американский прицеп, но это еще раз покажу подключение к антенне, телевизионной антенне, еще дополнительные розетки, слайдер. Кстати, забыл сказать, эти прицепы Джейка Flight уже идут с термальным пакетом. Здесь термальный пакет, они очень, эти все прицепы уже имеют, ну как вам сказать по-русски, термальный пакет. То есть они предназначены для очень высоких и очень низких температур. То есть пол с подогревом, специальные термальные стены и потолок. То есть как раз для русской погоды. Колеса Goodyear, сделанные в Америке. И вот что мне нравится. Это маркиза, все американские прицепы уже идут с маркиза. Маркиза выдвигается вперед почти на 4 метра. То есть она выдвигается вперед, ну вот примерно до судова. То есть маркиза по длине почти на весь прицеп, вот начиная от этого слайдера. И вот аж до этого места. Вот заканчивается маркиза. Видите, огромная маркиза. Нажатие кнопочки не открывается. Что мне здесь нравится в этом прицепе? Это его внешняя кухня. В Америке очень огромный выбор прицепов, но мы стараемся выбирать именно то, что людям понравится. Вот она сама открылась. И вот это вообще красота. Это одна из самых больших внешних кухонь, которые я когда-то видел. Вот видите, какая она огромная. Вот я встал, и вот руки мне достают. Довольно большой холодильник R-Vision. Здесь морозильной камеры нету, но холодильник большой. Сюда влезет много-много вещей. Количество большое шкафчиков. Умывальник, горячая, холодная вода. Еще один шкафчик. И внешний гриль. Здесь не гриль, здесь двухкомфортная плита.
Вот так вот. Потому что иногда устанавливают гриль. Ну, гриль вы можете поставить отдельно. Здесь есть место вот сюда для кухонного гриля на статоле. И еще двухкомфортная плита. Да, это вообще класс. То есть есть место для гриля поставить, если хотите. И можно еще и готовить на улице. Вот этого я, кстати, не видел нигде. Вот такое удобство. Отлично. Вообще даже не представлял, что такое можно придумать. Обычно ставят гриль. И закрыли. Легко закрыли легким движением руки. Вот такая вот кухня. Очень удобно. Но давайте обойдем вокруг. Внешняя душевая, как на всех американских прицепах, они все идут с внешним душем, запасное колесо. И вот здесь подключение для электричества, вода, еще одно подключение для кабельного телевидения, одно с одной стороны, другое с этой стороны. И два слайдера. Два слайдера с этой стороны. Если вы нагнетесь вниз, вот я просто ищу слив воды. Слив воды спереди. Вот два слайдера. Поэтому внутри такое огромное место. Эти два слайдера превращают этот автодом в большую-большую квартиру. И вот слив воды. Черная вода, серая вода. Открывается этот, он закрыт плотно, открывается этот, эта крышка, и сливается сначала черная вода, слили, потом с серой водой промыли систему. Все очень легко, очень легко. И вот вы можете внизу посмотреть, оператор покажет, как устроен этот слайдер. Просто стоит электрический двигатель внизу и двигает по этим салазкам, двигается и открывается, и закрывается слайдер. Системы элементарные, ломаться здесь нечему, даже если поломается, легко починить. Все герметически закрывается, когда вы не едете. Ну, автодом очень-очень-очень высокого класса. Опять-таки, это компания Джейка, одна из самых известных компаний Соединенных Штатов. Они выпускают много разных моделей, но Джейка, Outback, Coleman, Apex. То есть мы не продаем автодома низкого качества. Поэтому в Америке огромный выбор. Вот вы видите, вот оператор снимет. Им некуда ставить уже эти автодома и прицепы. Но вот мы снимаем и делаем видеообзор только того, что мы хотим продать. А мы хотим продать только те вещи, которыми вы будете довольны. То есть мы просто хотим, чтобы вы купили, и не просто купили, а купили и получали удовольствие на много-много лет. Кстати, видеокамера сейчас снимет наверху два кондиционера. То есть он большого размера. Если вы видите, вот камера сейчас снимет меньшего размера прицеп. И там, видите, наверху один кондиционер стоит. Здесь стоит два кондиционера. Два кондиционера компании Detematic. И спереди, как я уже показывал, эта лебедка, она поднимает и опускает вперед, то есть сюда вы подцепляете к вашему тягачу. И здесь стоит два газовых баллона на 32,5 литра каждый. 32,5 литра каждый газовый баллон. То есть считайте, 65 литров пропана у вас есть. Если вам нужно, это дополнительная опция, я могу просто пойти в магазин и купить еще парочку таких газовых баллонов. Вы их заполняете. Если вы едете в какое-то далекое путешествие, где нет инфраструктуры и где вы не можете их заправить, вы можете заправить себе еще два дополнительных газовых баллона, положить их в эту кладовку и ехать куда хотите. То есть вот здесь вот устанавливаете еще две батареи передние,
Здесь достаточно места, чтобы установить дополнительные батареи, если вы хотите. Батареи обычные, такие, как стоят на лодках или на автодомах. То есть 12-вольтовые обычные батареи. То есть, ну, специальные, не машинные, а лодочные аккумуляторы. Вот такой вот, такой вот прицеп, опять-таки, это модель 33 RBTS, компания Jayco, модель J-Flight, термальный пакет, компания «В дом, в дорогу». Сейчас мы зайдем вовнутрь и сделаем внутренний видеообзор. Господа, мы сейчас снимем внутри кемпер прицеп компании Jayco, J-Flight, 33 RBTS. Это будет наш видеообзор внутри. Как я говорил уже, здесь три слайдера. Это не просто прицеп, то есть весом он, для своего веса это не просто прицеп, это как огромная большая квартира. Вот я, вот видите, вот такую вот я просто здесь гуляю себе там, вот так вот обошел вокруг умывальника. Вот вам прицеп, не просто, а большая квартира. Ну, давайте начнем с самого начала. Справа шкафчик для одежды. Еще один шкаф, это регулировка. Электрическая панель. Сразу здесь стоит телевизор, который двигается вот так. Внизу камин, радиомагнитола, управление со всеми USB, управление внешними и внутренними колонками. Вот они прямо поставили рекламку здесь, что уже установлена вся проводка для солнечных батарей. Уже есть, только подставляй батареи. Все уже проведено. Еще шкафчики сверху. И вот давайте начнем с кухни. Обычно я начинаю с кровати, но здесь я начну с кухни, потому что у меня просто, как говорится, слюни текут. Меня поразило, когда я сюда зашел, меня поразила эта кухня. Вот High Point микроволновая печь. Еще один глубокий шкафчик. Видите, где трехкомфорочная плита. Furion, фирма Furion, очень высокого качества, очень известная фирма. Сразу вот даже чувствуешь и видишь, какого качества эти, какая хорошая эта компания. Очень известная в Соединенных Штатах фирма Furion. Еще шкафчики. Разделочная поверхность здесь. Здесь отдельный, в Америке называется Island. Island — это остров, кухонный остров. Kitchen Island называется по-английски, кухонный остров. Если перевести по-русски, два умывальника. Шкафчик под умывальником. Еще дополнительные шкафчики. Еще один, вот этот открывается. Это бар, как я понял. Это бар. Видите, с кожаным сверху покрытием. Во всех домах этого, автодомах этого класса, теплый воздух идет снизу. Холодный воздух идет сверху. Ну, все как по всем законам физики. Большой холодильник Norcold. Фирма Norcold. Очень известные тоже, все высокого качества. А это Furion, извините, это компания Furion. Холодильник — это модель Norcold, это все Furion. Здесь холодильник очень вместительный, очень большой, отдельная морозильная камера. И вот интересно, что здесь. А вот здесь вот дверь, и вот сюда, как по-английски называется, пентри. Это пентри по-английски. То есть сюда вы складываете все свои кухонные принадлежности, консервы и так далее. Вы видите, какое просто огромное количество места здесь отдельно. Вот я подальше отойду, чтобы вы видели. То есть это пентри, это шкаф, это внутренний встроенный шкаф размером в холодильник ваш. Еще одна разделочная поверхность, еще куча шкафчиков.
Ну, сюда можно телевизор еще один поставить, если захотите. Вот, вот такая вот кухня. А стол, Сэм, поднимись, пожалуйста. Мы покажем стол. Он не раскладывается? Нет. Стол на 4 человека. Чисто деревянный стол. Два человека можно сидеть здесь. Еще одно можно поставить стул. На 5 человек стол. Этот диван раскладывается, превращается в двухспальную кровать. Вот так вот. Сэм, покажи, пожалуйста. Снимается по подушке и превращается легким движением руки. Вот так раскладываются ножки и превращается в двухспальную кровать. Вот такая вот красота. Не, вот, вот это нужно опустить, подставочку. И вот ставятся подушки сверху, и все. Вот, вот вам двухспальная кровать. Отлично, отлично. Ну, давайте посмотрим самое интересное. Где же будут спать ваши дети или ваши гости? Вот здесь вы приятно... У них отдельная комната. Здесь у детей отдельная комната. С дверьми, с хорошими деревянными дверьми, не занавеска какая-нибудь, а отдельные комнаты. И вот мы заходим в эту комнату. Это на самом деле комната, а не какая-то ниша. Вот смотрите, одна кровать, вторая кровать, где стоит коробка телевизора, вторая кровать, поворачиваемся в другую сторону. Третья кровать, она опускается, как в поезде. Вот еще одна кровать. Третья. И внизу у детей их не отдельный столик, чтобы они кушали. Вот детский стол, чтобы они кушали. Вот представляете себе, сидят ваши дети за своим собственным столом, смотрят в свое собственное окно. Здесь раз, два, три. И этот стол еще разбирается и превращается... превращается в еще одну кровать. Четыре ребенка здесь можно спать. Свой собственный стол. Огромное количество клозетов, шкафчиков. Опять-таки, подключение для телевизора. Дети могут смотреть свой собственный телевизор здесь. Ну, вот такая вот детская комната. Вот этого я не видел. Вот этого я не видел ни в одном пока прицепе этого класса. И вот давайте пойдем посмотрим, где же спят родители. Родители спят вот в этой комнате. Королевская кровать, как всегда. Зона управления. Все под рукой. Все под рукой. Все окна имеют решетки, сетки от комаров. Сетки от комаров, большое количество шкафчиков, мне интересно, вот кровать поднимается, и под кроватью еще дополнительное место, огромное количество дополнительного места, вот вы как видите здесь, и вот, кстати, это под кроватью, вот я такого и не видел нигде тоже, то есть вы прямо из-под кровати можете залезть в эту кладовку, которая выходит на улицу, вот видите, вот это все уличная сквозная, сквозное багажное отделение, которое мы показывали, которое находится снаружи. То есть прямо изнутри можно, не выходя на улицу, можно залезть в это багажное отделение. Вот как удобно придумали. Сюда же можно поставить, если есть место для дополнительного бака для воды, отдельная система подогрева и отдельный кондиционер у родителей. Вот здесь. И вот давайте зайдем в туалет. Вот прямо на выходе здесь санузел. Большой вместительный санузел. Здесь может легко стоять, находиться два человека. Вот унитаз, душевая, стандартная душевая для Соединенных Штатов. Довольно просторно, очень просторно, как всегда. Здесь... взрослый, довольно крупный мужчина может легко развернуться и найти себе кучу места. То есть здесь удобно, просто удобно.
Это стекло. Это стекло. Вот опять-таки большое количество шкафчиков, вешалки. Довольно объемный и удобный санузел с двумя окнами наверх для освещения. Видите, вот здесь сейчас вечер, 5 вечера, и как здесь светло. То есть здесь дополнительного освещения в этом прицепе сейчас нету. Какое количество здесь окон. Как я говорил, 3 слайдера. На каждом окне сетка от комаров, вы можете открывать окна летом и зимой, когда вам, когда погода позволяет, комары сюда не залетят. А розетки здесь, везде находятся розетки по всему кругу. А камин, как я говорил, с телевизором. Ну вот, вот такой прицеп класса люкс, компания Джейка. Компания «Дом, дорога», Соединенные Штаты Америки, приветствует вас и прощается с вами. Звоните нам с любыми вопросами. Компания «Дом, дорога», .ру. Звоните, пишите. Мы ответим на любые ваши вопросы. Если необходимо, можете связаться напрямую со мной. Константин Щелбанин даст вам все мои координаты, телефон и e-mail. Я отвечу на все ваши вопросы непосредственно с Соединенных Штатов Америки. Желаю удачи, всего доброго. «Дом в дорогу» – первая российская компания, которая не только продает дома на колесах, но и организовывает для своих клиентов коллективные путешествия с прицепами и автодомами в Европу, Азию, в Крым, Грузию, на Байкал. Прямо на пляже летом, зимой за полярный круг, осенью в сказочный лес, весной на рыбалку. И все это со своим собственным домом на колесах, на котором где встал, там и Хилтон. Подробности на сайте домвдорогу.ру.